Вернемся к 8 марта. Флешмоб для самых изящных. Международный женский день в музыкальном театре Кузбасса имени Боброва состоялся мюзикл «В джазе только девушки». Изюминкой мероприятия стала всероссийская акция, присоединиться к которой могла каждая особа, надев элегантный головной убор. К шляпной провокации музыкальный присоединился уже второй год подряд. Этим коллектив поддерживает традиции красивого выхода в свет. Мы рады встречать в нашем театре самую прекрасную половину человечества. И мы делаем традиции ходить в театр нарядными, красивыми. Во второй обуви, в красивых платьях, с красивыми аксессуарами, а теперь и в шляпках.